Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне автомобиль Mazda CX-7 2010 года выпуска с бензиновым двигателем 2,3 литра, автоматической коробкой передач, пробег на автомобиле 167 тысяч километров. Клиент обратился к нам в техцентр заменить масло, масляный фильтр, воздушно-салонный. Ну, а также мы производим на каждом автомобиле диагностику тормозной системы, ходовой части автомобиля, и по результатам которой мы сейчас выполняем ремонт, меняем рулевые тяги и наконечники, стойки переднего стабилизатора, но также вытянулся приводной ремень, но есть гул в натяжном подшипнике, в самом натяжителе, он меняется в сборе. Лучше предотвратить неисправности, чем потом в ходе эксплуатации автомобиля она вас подведет. Сейчас устанавливаются уже новые тяга с наконечником с левой стороны. Заменятся стоечки стабилизатора. В рулевой тяге присутствует вода, видно вот здесь следы ржавчины, ну и сама тяга, вот она начинает люфтить, соответственно, мы меняем комплектом рулевые тяги и наконечники. Стойка стабилизатора тоже повреждена, есть люфт. Сам ремень явных прям таких трещин или там на нем нет. Но он вытянулся и очень пересохший уже. Соответственно, натяжка не производительная. Это ролик, натяжитель. Он меняется только в сборе. Ну и в самом ролике, здесь в подшипнике уже есть тоже и люфт, и он гудит. После ремонта ходовой части мы еще проверим и отрегулируем углы сход-развала. На весь ремонт объем работ мы потратим 18,5 часов. И сумма ремонта составит 20 160 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.